Так, время сейчас 12.01, 12 июля. Вчера купил Браун триммер МГК-3020. Было написано, что он 3000 стоит. По факту оказалось 3250. Чёрт, ДНС с их резиновым обновлением ценников. Видно, нет. Так, откроем. Да, это будет непросто, но я постараюсь. Как паутинка прям. Осторожно, кстати, когда будете открывать вот этой стороной вверх, помните, что снизу блок питания может упасть на пол и разбиться. Будьте осторожны. О, насадочка для носа. Больше не будет щекотать волосня в носу. Выдирать не придется вручную. Пинцетиками всяким. Насадочка. Видимо, для густой бороды. Но мне минималка нужна будет. Ты. Заряд есть. Можно же, наверное, прямо сейчас и проверить. Зря я, наверное, на мобильник подключил камерку свою. Как-нибудь ее поставить здесь поудобнее. Так, не упало бы оно все это. На всякий случай так сделаем. Не обессудьте, просто монтировать не хочу. У меня еще монтаж распуленции предстоит. Долгий, сложный, нудный. Так что все делаем по максимальному удобству. Для кого? Для меня. Вот что меня порадовало в сравнении вот с этим триммером, как так ты отключаешься, вот с этой херней. Сакура, бас-сакура. Давай, фотик. Покажи. О. От нее постоянно волосики залетали в нос. Во все стороны разбрызгивало. Здесь эта проблема не наблюдается. Как раз то, что нужно. Я не люблю бриться полностью, но я не люблю, когда борода слишком большая. Надо его подукорачивать. Идет вообще шикарно. Ну, сейчас надо будет прочищать. Забивается очень быстро, это минус большой. Ну, по большому счету я доволен. Сейчас доблеюсь до конца. Здесь, наверное, еще пролежу бритвой уже. Полосочки небольшие пускай будут, выемки. Так красивше, мне кажется. Но в целом качество довольно неплохое. Но цену можно было бы и до 2 опустить. Не надо так жадничать. Так, ну на этом, думаю, все.